Ну вот посмотрите, пожалуйста. Это в прошлом году зашли, чуть-чуть покрасили. Смотрите, после их краски, вот она отлупается как. Уже полсезона не прошло. Трещины какие стоят. Жители Вахитова 32 больше волнует не качество ремонта в подъезде, а то, почему он должен за него платить. Пенсионер слышал, что тем, кому исполнилось 80 лет, освобождены от оплаты капитального ремонта. А те, кому 70, должны оплачивать лишь половину. За ответом пенсионер обратился в свое домоуправление. Они говорят, у нас нету распоряжения. Я спросил, какое вам распоряжение нужно? Вам какая разница? Какой грамотный вы человек? Больше сюда не приходите. Вот что-то это не матом выгнали с бухгалтерии. Нам разъяснение по данному вопросу дали. Оказывается, от оплаты за капитальный ремонт никто не освобождается. Пожилые, как и все остальные граждане России, полностью оплачивают квитанцию. И только потом им возвращается положенная сумма посредством субсидии. Но в Татарстане, а значит и в Нижнекамске, такой практики не было и нет. Данное решение должен принять субъект Российской Федерации, то есть непосредственно Республика Татарстан. Значит, такого решения на данный момент принято не было. Поэтому льгота к определенной категории граждан возрастной не применяется. И стоимость, размер платы за капитальный ремонт для всех одинаково – 5 рублей 85 копеек. Закон есть закон, и никуда от него не деться. Но куда больше пенсионера возмутило отношение работников домоуправления. Ведь объяснить человеку, за что он платит немаленькие деньги, можно по-человечески. Айгуль Яблонская, Рафаэль Ракипов, новости НТР.